В Актюбинской области спасли от голода иностранцев, которые замерзали в степи. 6 автобусов, полные пассажиров, на 2 суток застряли недалеко от райцентра Хромтау. 80 человек, в том числе дети, остались без еды. Все они жители Узбекистана. В регионе 3 сутки метет. Вчера в 11 ночи дороги по всем направлениям открыли, но к 4 утра из-за бурана вновь пришлось закрыть участок республиканской трассы Самара-Шымкент. В итоге недалеко от Хромтау и поселка Карабутак вновь скопился автотранспорт. По данным сотрудников КАЗ-Автожола, в первой половине дня на перекрытых дорогах собралось больше 1000 грузовых и порядка 400 легковых машин. Все они ждали улучшения погоды. А в это время, по словам самих автомобилистов, жители ближайших населенных пунктов продавали им хлеб по 1300 тенге. Правда, чиновники утверждают, что таких цен быть не может. Сегодня к 3 часам дня движение возобновили, а волонтеры, которые ночью отправились к застрявшим пассажирам автобусов с продуктами, сами добирались до них с большим трудом. Сообщили, что они стоят уже 2 суток, что дети голодны, нету ни воды, ни еды, рядом нету никаких заправок, никаких магазинов. Пробиваться очень было сложно, потому что там была пробка, трассу открыли только для легковых, естественно, большой поток легковых машин. Вот. Но мы добрались в течение 2 часов до них, дети были очень рады, родители нас благодарили.